Здравствуйте, вы смотрите Амперметр, и сегодня я продолжу рассказ о Travel Charger от компании Auto Enterprise. Впрочем, не только о нем. Напомню, что сей девайс был разработан для тех владельцев электромобилей, чьи машины не умеют быстро заряжаться от сети переменного тока. Ну, в смысле, объем батареи большой, а мощность встроенного ректифайера никакая. Ректифайер – выпрямитель, устройство на борту электромобиля, преобразующее переменный ток от внешней сети в постоянный для зарядки аккумулятора. Особенно неприятно владельца, если машина его может забирать от сети считанные киловатты. То есть зарядится-то она в конце концов зарядится. Вот только времени это займет очень много. Вот в этом случае на помощь приходит Travel Charger от компании Auto Enterprise. Подключив его к сети переменного тока, машину можно заряжать постоянным током, то есть быстро. Про две существующие модели такого Travel Charger я уже рассказывал, а это еще одна вариация на ту же тему. Давным-давно, когда компания Auto Enterprise пыталась наладить сотрудничество с китайцами CITEC, вместе со стационарными зарядными станциями была приобретена и переносная зарядка. Как и стационары от CITEC, она не отличалась надежностью. Да что там надежностью? Работоспособностью. Поэтому долгое время служила исключительно в виде выставочного образца. На ней даже адрес сайта старый. Но теперь другое дело. Вся CITEC-овская начинка была извлечена, а ее место заняли совсем другие детали. Силовые реле, автоматика защиты, контроллер и модем. А под ними силовой модуль мощностью 20 кВт. От старой зарядки остался только сам корпус и дисплей. Теперь владелец такого устройства может заряжать свой электромобиль от сети переменного тока гораздо быстрее, чем с помощью оригинального заводского зарядного приспособления. Тот же Jaguar I-Pace зарядится полностью не за 12 часов, но максимум за 4. Удобство использования добавляет эргономичная рукоятка и колесики. Все вышесказанное – это только завязка сюжета. Главным героем сегодня будет гораздо более компактный девайс, без которого Travel Charger не очень-то и travel. Если в доме или гараже организовать трехфазную сеть переменного тока не так уж и сложно, то где брать 380 вольт при путешествиях? Быстрых зарядок постоянного тока у нас в стране не так уж и много. Зато гораздо больше сеть зарядок переменного тока Type 1 или Type 2. Вот только как к ним подключиться? Именно на этот случай инженеры Auto Enterprise придумали вот такую хитрую штуковину. Car-эмулятор, который подключается между зарядной станцией, вот с этой стороны, и Travel Charger, вот с этой. К сожалению, без такой приспособы подключиться к зарядке переменного тока не выйдет. На коннекторе зарядной станции, пока он не подключен к автомобилю, нет напряжения. Соображение безопасности. При наличии Car-эмулятора все совершенно по-другому. Подключая его к разъему зарядной станции, и зарядная станция видит вот эту штуку как автомобиль и, соответственно, готова выдавать напряжение. Ну а Travel Charger, будучи подключенный к эмулятору, видит его просто как розетку на 220 или 380 вольт. Как это получается, не расскажу, потому что начинка кар-эмулятора – ноу-хау компании Auto Enterprise. Да это и не важно, главное, что он работает со всеми зарядными станциями переменного тока, имеющим разъем тип 2 или тип 1. Кстати, тип 2 предпочтительнее, у него все-таки мощность побольше. Пользоваться им достаточно просто. Вот с этой стороны мы подключаем наш Travel Charger к разъему, напоминающему известный вам Type 2. Подключаем Type 2 от зарядной станции. На дисплее появляется запрос на авторизацию. Авторизуемся удобным для вас способом, то ли через RFID-метку, то ли через приложение, и все, зарядка пошла. Для того, чтобы ее остановить, есть специальная кнопочка, нажав на которую, мы разрываем связь со станцией, отключаемся, и все безопасно, безболезненно и, главное, быстро. Кстати, вот эта версия кар-эмулятора на 64 ампера, есть более компактная на 32. Выбирать вам. В общем, штука крайне полезная. Для покупателей Travel Charger так вообще must have. Интересуют подробности? Как всегда, по телефону или на нашем сайте.